Привет, друзья! Кто ждал, тот дождался. Очередное видео с нашей поездочки в отель Ариан. Подъезжаем к Тимашевску, да? Тимашевск, правильно. Заколебал. Откуда ты взял такое название? Кто тебе так говорил, что так правильно? Сейчас у нас будет завтрак. А на завтрак у нас что? Ряженка и котлетки. Все будет. Все будем. У нас же все включено. У нас сзади 5-звездочный отель. Сейчас выключим. Шведский стол. Как Даша говорила в своем видео очередном. Мы едем в Астрахань, и там будем кушать шведский стол. Да. А мы едем в город Анапу. 5-звездочный отель. Кстати, кто не видел наше предыдущее видео, ссылочка будет в описании. Где-нибудь рядышком, да? Я думаю, вот здесь. Ну что, мы добрались, наконец-то, ехали всю ночь. О, все фоткаются. Ну что, ты не устала? Сейчас пойдем сразу же заселяться. Нет, не заселяться, мы сейчас сразу пойдем оформляться. А заселение у нас 3 часа, а сейчас только сколько? 10 по Москве. И можно будет пользоваться услугами отеля сразу же. Пойдем сразу же кушать. Я хочу кушать. Кушать, кушать, кушать. Все, пока-пока, друзья. Догоняйте нас. Сдали документы на регистрацию. Сейчас гуляем. Что там такое? Там кушать хочешь? Давай сначала машину. Загоним машину сначала. Куда? Ну, нам вещи надо будет выгрузить, подъехать сюда, ребятам отдать. И потом уже по шампусику можно будет. И территория, конечно, красивая, да? Вот. Сейчас покажу. 2 чемодана? Да. Дотащим. Российская классификация. Что, первый раз будем в пятерочке? Сейчас пойдем в ресторанчик покушаем. По побережью для гостей из России 13 лет, 18 лет. Надо тарелочки взять. Где? С какого угла начинать? С какого угла начинать кушать? Вы посмотрите. Вау. Блинчики кто-то хотел, да? Ребята. Рики, трикалорики, тут вообще объесться не хочу. Да посмотрим, что здесь интересного. Яишенка есть. Перчик. Вау-вау-вау. Блинчики. Сырные палочки. Надо еще с той стороны пройти посмотреть, да? Да, сейчас до 10 у нас. Ой, до 11 у них завтрак. Да, да, да. Пойдем глянем, что там еще есть. Мне интересно.
О, кстати. На завтрак шампанское, на обед ужин, вино и пиво. Прикольно. Творожное масло с изюмом. Салат, сырая гречка в кефире. Ух ты. Погнали. Дошли мы до моря. Вот такой вот пляжик на побережье Анапы. Песочек. Вот здесь вот пляж. Пляжная зона нашего отеля Давиль. Идти, кстати, недалеко. Сюда возят микроавтобусики электрические, прямо от отеля. Большая набережная. А вон там вдалеке нам казалось, что это берег Крыма. Вон там. Ну, может, я ошибаюсь. Ну что, время обеда. Погнали, посмотрим, что сегодня вкусненькое дают. Я пошел смотреть. Вот здесь вот рядом со столами кофе-аппарат, чай-кофе. Интересно, что сегодня вкусненькое. Здесь очень, кстати, хороший выбор хлебушка разного. Темненький, со злаками там. Зелень разная. Соусы, масла разные. Салатик овощной с кальмарами. Салат из свеклы, чернослива, мой любимый, кстати, салатик. Прикольно. Лечи. Рыбка, картошечка. Молоко. Даже есть кефир безлактозный. Класс. Так, что сегодня? Бульон куриный мы видели. Суп-пюре с грибами. Нифига себе. Вау. Класс, да? Суп-пюре с грибами. Суп гороховый с копченостями. Рассольник ленинградский. Тоже, кстати, интересно. Шампиньонки. Мясо бычков по-восточному. Картошка. Свинина в остром соусе. Интересно. Котлеты по-хлыновски, рис, курочка, морепродукты в картофельных гнездах. Интересно. Ух ты, сегодня сладостей, кстати, очень много. Десерт йогуртовый, мороженое яблочное. Тарт черничный, вот это сегодня будем пробовать. Ой, простите меня, лишние килограммы. Чувствую, я сегодня поправлюсь. Ух ты, желе, фруктовый ягодный микс. Смотрите, какой красивый. С черничкой, да? А здесь всякие молоко сгущенное. Также кофейный аппарат. Стандартно все. Здесь что интересное у нас есть для деток, кстати. Юль, смотри, тут для деток есть что? Суп картофельный с клёцками. Гречка. Индейка отварная, пюрешка, суфле, овощи. Здесь для деток. Сладости, да, кстати, очень много. Не молоко. Это для Игоряшки. Не молоко. Здесь что у нас? А, это добавлять можно в кефир. Компот, шиповник. Здесь тоже интересная, кстати, лапша гречневая. О, сегодня будем пробовать лапшу гречневую. Паста с болгарским перцем и томатами. Ну-ка, лапша гречневая, вообще тема. Так, рыба-игла. Что это такое? Пирог киш. Ну и фри.
Ну, думаю, достаточно. Все, очень-очень вкусно. Будем пробовать. Ресторан Сан-Мишель. Тут платный заказ столиков, 2000 рублей депозит. Авторские блюда от именитого шеф-повара самой Италии. Вот подогреваемый бассейн. Вода в бассейне сейчас, температура воды 33 градуса, на улице 18. Красивый фонтанчик. В таком прудике даже рыбки, говорят, плавают. Рыбок не кормить. Давайте посмотрим. Если тут рыбки, значит, их тут не вижу. Рыбки, ку-ку. Что-то рыбок я не вижу.